Контроль за качеством изделий теперь стал еще надежнее. Ульяновский автомобильный завод запустил новую линию испытательных тестов автомобилей. Современная автоматизированная установка представляет собой поочередно стоящие стенды. Оборудование, согласно законодательным нормам, регулирует развал схождения колес и пучка света фар, а также проверяет надежность тормозных усилий и электронных систем. Главный плюс устройства – полное исключение человеческого фактора. Дополнительным преимуществом этого стенда является то, что все параметры, которые мы здесь получаем для каждого автомобиля, они сохраняются в информационных системах, и в случае отклонения каких-либо параметров дальнейшее продвижение автомобиля блокируется. За 3 минуты стенд обслуживает один новенький автомобиль. Линия рассчитана на тестирование не только существующих моделей УАЗа. Испытывать на прочность будут и перспективные модели автозавода. В том числе новый УАЗ «Профи», который презентовали свету в октябре прошлого года. Помимо стендов, на Ульяновском автомобильном заводе появился новый испытательный трек. Протяженность линии 200 метров. Трек разделен на определенные участки. Это, например, булыжники. Авто, разгоняясь со скоростью 10 км в час, проезжает трассу, и с помощью таких отражающих блоков узнается качество подвески нового авто. Уголки, канаты, бельгийская мостовая, лежачий полицейский и тест на скручивание автомобиля. Такое название имеют остальные части трека. Всего 7 участков с различными видами дорожных покрытий. На данном участке проходит 100% контроль автомобилей, всех произведенных на автозаводе УАЗ, всех комплектаций. Каждый автомобиль должен пройти по треку. Проверяем на разных участках подвеску автомобиля, детали интерьера, сборку деталей интерьера, также невыполненные процессы какие-то. Новая линия испытательных тестов УАЗа – очередной шаг к модернизации производства. За время корпоративного отпуска, который традиционно на предприятии проходит в январе каждого года, на заводе выполнили свыше 700 работ по ремонту, профилактике и апгрейду оборудования. Сегодня для каждого предприятия важно, чтобы продукция, которую выпускает, была конкурентной. Для того, чтобы продукция была конкурентной, есть несколько основных вещей. Это модернизация оборудования, это снижение издержек. Только тогда продукция может быть выпускаться качественно, стоить соответственно для того, чтобы конкурировать на сегодняшнем сложном рынке. Процесс модернизации активно внедряется и в легкую промышленность региона. Ринат Алиулова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.